Компания Uber, которая собрала 6,5 миллиардов долларов в 2016 году с более чем 12 тысяч рабочих, новый генеральный директор. Как пишет Forbes, Дара Хосровшахи является бывшим генеральным директором Expedia Incorporation, группы компаний, занимающихся туризмом в США. Дара известен как энтузиаст криптовалюты, который, будучи в Expedia, работал с биткоином, в то время как многие компании держались от него подальше. Бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик отрицательно относится к идее биткоина, несмотря на то, что идея стояла на повестке дня. Но теперь началось время Хосровшахи, и Uber может пересмотреть вопрос о принятии платежа через биткоин.